Проводит ковра Алексей Мазурин. Арбитр Нурован Арустамян. И боковой Николай Николаев. Так, Магомедов, Усманов. Поехали. Первый период, друзья. Магомедов тоже является легионером, выступающим за легионером из Дагестана, выступающий за Северную Македонию. Так, Ахмед Усманов начинает действовать первым номером. Поддавливает, потихонечку поддавливает Магомедова ковру к зоне. Все время в атаке, показывает проходы. Пока разведка, друзья, 30 секунд пролетело. Пока, да, в захват не входит. На дистанции борются. Минута пролетела, смотри, попытка атаки от Ахмеда Усманова. Хорошо увидел Магомедов, отбросил ноги. Продолжается борьба. Минута пролетела, 0-0 пока. Ждет, ищет Ахмед Усманов атаку. Да, Activity Time зарабатывает Ахмед Усманов. Начал он с первой минуты активно действовать. Здесь 10 секунд отстоять и заработать 1 балл, открыть счет встречи. Да, есть 1 балл. И сам продолжает атаковать, сам продолжает напирать на Магомедова. Хорошая атака со стороны. Попытался сделать активное действие Ахмед Усманов. Но все видит Ахмат Магомедов. И ушел от данной атаки. Меньше 30 секунд остается до конца первого периода. О, хорошо развернулся. Все, уходит на перерыв. Так, ну во втором периоде Магомедову, Ахмаду надо активнее действовать, чтобы тоже заработать Activity Time. Борец красного, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион Северной Македонии. Ему 28 лет. Ахмад Магомедов представляет Северную Македонию. Его соперник в синем... Нет, Угуев 17-я схватка, друзья. Это 9-я схватка. Сейчас пока 9-я схватка идет. Всего 17 схваток. Последней схваткой будет Заур Угуев. Из России Ахмед Усман. Гаджи Рашидов. Махмуд Идрисович восстанавливает Ахмеда Усманова. Второй период. 3 минуты, друзья. Ахмед Усманов также является победителем Лиги Поддубного, друзья. Больше года он никому не проигрывает. Также он остановил охотника за олимпийцами Саваткаухи. Ой, хороший подъем! Как вырвал он его! Дорабатывает здесь, 2 балла берет. 2 балла есть, друзья.
Как вырвал, красиво поднял прям. Очень-очень физически сильный Ахмед Усманов. Да, в партер ставят, в партер. Четыре-ноль счет, друзья, в пользу Ахмеда Усманова. Так, пытается еще здесь атаку найти. Да, есть накат. Со стойки хороший накат сделал. 2 балла. Да, включился. Включился во втором периоде Ахмед Усманов. 6-0 уже счет. 4 балла не хватает до технической победы. Магомедову надо что-то пробовать. Надо свою борьбу попробовать такому опытному борцу, как Ахмед Усманов, навязать. Резван, приветствую тебя. Рад видеть. Хорошего тебе просмотра. Отрыв уже большой, очень большой. Отрыв. Бороться 1,5 минуты осталось. Пока все идет под диктовку Ахмеда Усманова. В принципе, с первого периода он начал атаковать. Пока еще атаки от Магомедова мы не видели. Да, поддавливает. Видите, центр ковра. Центр ковра. Видно, что с зала выкрикивают красный пассив. Центр ковра держит Ахмед Усманов. Меньше минуты бороться. Подвел к зоне. Ну, очень хорошо все видит. Чувствует край зоны Ахмед Усманов. И очень хорошо разворачивается. 30 секунд. Попытался сейчас сделать атаку. Ну, тут же моментально контратакует Ахмед Усманов. 30 секунд до конца встречи. 6-0. Секунд остается. Все видит, очень хорошо чувствует соперника Ахмед Усманов. 10 секунд, время тает, время тает. Да, поздравляем, друзья, Ахмеда Усманова. Поздравляем мы спортивный борцовский клуб «Искра» с победой. Ахмед Усманов отстаивает дальше титул чемпиона ПВЛ лиги. Победу одержал Ахмед Усманов.